Стальной хват России, привет! Ну, этого человека вы знаете, его все знают. Саша Фаустов. Значит, приехал, почти с вниманием, и увидел у меня гантельку. Говорит, Иваныч, давай попробуем поднять. Я уже ребятам многим показывал. Стой, я даю на виду. Нет, сейчас, стой. Переверни, чтобы видно было. Значит, она 50. 50-й гриф получается у гантели. Что нацепили? По весу, ну покажем, надо поднять на 50-м грифе. Отлично, ставим на весы, закатываем, ага. Что, давай, держу. Не-не-не, закатывай, останавливайся. Убирай руки, убирай, откатывай. Ну вот так, ребят. Ну, я скажу, я 92 пытался без вот этих двух блинов, а они у меня каждый по 4,79. Ну правильно, по 5 килограмм 2 блина 10, и было 92. Вот 102, 200. От Саши Фаустова. Занимайтесь спортом. Пока.